От Віталій виходить на свій п'ятий рейтинговий бой. І Трой Робертс. Ви знаєте, ну солідний, дуже солідний, відомий цей спортсмен, канадський спортсмен. 17 боїв, ну знаєте, опит, навіть по от, количеству боїв на професіональному рингі. Он солиднее, конечно, чем Виталий. Но будет ли солиднее он в бою против Виталия Кличко выглядеть? Да. Ну, просто я бы сказал, это этакий бизон, что ли. Вот такой, такая мощь в нем ощущается. Соперник очень фактурный. Да, Володь, как вы смотрели этот бой? Я как раз, да, я находился рядом с рингом, я секундировал. Конечно же, в этом бою я очень сильно переживал, потому что действительно соперник, смотрите, как он уверенно идет вперед. Вот здесь я показал, что он почувствовал правую руку, все его шансы. На всякий случай, чтобы не так резво шел вперед. Но мощный все-таки, Виталий, я думаю, это как-то впечатляло вас? Бой зрелищнее смотрится, достойнее противника, огромная фактура, мускулы, желание победить. Он бросается, использует, опять же, любой шанс победы, мы сейчас увидим это. Любой шанс, любая ошибка, допущенная мной, он старается воспользоваться этой ошибкой. Конечно же, может использовать, но... С такими соперниками нужно быть... Но... Ухо держать нужно востро. Вот именно. Да, с любым соперником нужно держать ухо востро. Но тем не менее, обратите на лицо соперника, он пропустил сильный удар. Справа вы тогда у каната его, вот она, эта ситуация. Но, вы знаете, вновь-таки вот это возникает, ну, возникает даже сомнение. Такой мощный, у него Шварценеггер где-то до пояса, у него торс. Ну и, конечно же, очень резво. Тут он, в общем-то, по-моему, это не совсем тоже. Я запутался в канатах и только потерял равновесие. Мой противник не замедлил ждать, и он сразу же воспользовался этим, уже падающим. Когда противник, я находился на помосте ринга, я упал, он использовался запрещенным ударом, он начал добивать меня. Ну и крик рефери был, вот он наказан уже за излишнюю резвость. Многие говорят, вы боксируете со слабыми соперниками. Обратите внимание, просто соперники не слабые, где-то наш технический уровень высок по сравнению с техническим уровнем наших соперников. Но обратите внимание, пропустить удар от такого. Да уж, тут хватило бы наверняка одного удара, если бы Виталий все-таки не ушел в труднейшей ситуации, когда соперник пользовался этим. Ну что, сейчас, пожалуй, хватит. Да, такого, честное слово, все-таки приятно, такой мощный соперник и повержен. Сильнейшие удары. Соперник, это как раз о том, о чем мы говорили. Это такие бои, где один маленький, малейший удар противника может решить исход боя. Исход боя мог быть решен, когда я упал на помост ринга, когда он добивал меня, когда я не был в состоянии продолжать бой. Это запрещено правилами. Рефери сделал ему замечание, но тем не менее. Но если бы удар действительно прошел и действительно достиг цели, то замечание уже не помогло бы вам ни в коем случае. Страшно подумать просто об этом. Да. От такого гиганта пропустить удар. Ох, и мощь какая в нем. Все-таки даже вот он падает, и когда мышцы играют, силен. Победил Виталий.